доктор Костадян Алина Самвеловна. Как вас зовут? Иванов Иван Иванович. Сколько вам лет? 48. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Мне сейчас будет необходимо провести исследование вашей сердечно-сосудистой системы, и в процессе исследования я могу вас просить выполнять некоторые простые команды. Вы согласны? Согласен. Стетофонодоскоп, тонометр с манжетой, фонарик, спиртовые салфетки. Закрепленный пакет для отходов класса А. Закрепленный пакет для отходов класса Б. Будем считать, что руки обработаны. Не могли бы, пожалуйста, прилечь? Оцениваю состояние кожных покровов. Кожные покровы в норме. Оцениваю состояние пальцев руки. Пальцы рук без изменений. Оцениваю состояние капиллярного пульса. Капиллярный пульс без изменений. Поверните, пожалуйста, голову направо. Поверните, пожалуйста, голову налево. Видимо, еремная пульсация отсутствует. Пульс симметричный, ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения с частотой 60 ударов в минуту. Частота дыхательных движений 12. Пульс симметричный. Сейчас я вам буду мерить артериальное давление, и мне необходимо задать вам несколько вопросов. Вы курите? Нет. Была ли у вас физическая активность в течение часа? Нет. Употребляли ли вы лекарственные средства, либо крепкий чай или кофе, которые могли бы повысить или понизить давление? Нет. Артериальное давление 120 и 80. Приподнимите, пожалуйста, вашу рубашку. Мне необходимо пропальпировать ваше сердце. Дефицита пульса нет. Эпигастральная пульсация отсутствует. Мне необходимо пропальпировать ваши боли, наличие отеков. Отеков нет. Сейчас я буду выполнять аускультацию вашего сердца. Мне сейчас необходимо сделать то же самое, только на левом боку. Не могли бы, пожалуйста, перевернуться?
А теперь необходимо сделать то же самое, только сидя. Присядьте, пожалуйста. Сейчас я буду слушать ваши легкие. Поднимите, пожалуйста, руки и сложите их в замок за голову. Спасибо большое, можете одеваться. Я пока заполню всю необходимую документацию. Будем считать руки обработанными.